Рейтинговое агентство Rex Analytica составило ежегодный топ 100 школ по конкурентоспособности выпускников. В рейтинг вошли школы, чьи ученики наиболее успешно поступают в лучшие вузы России из рейтинга Rex. В их числе оказались лицей имени Лобачевского и IT-лицей Казанского федерального университета. Так, IT-лицей КФУ занимает 53-ю позицию в рейтинге, 47,53 балла, лицей имени Лобачевского 54-ю, 47,2 балла. С момента создания рейтинга наш лицей всегда входит в топ-100 лучших из этих организаций, выпускники которых показывают наилучший результат. Сейчас нет рейтинга по ЕГЭ, по каким-то познавательным достижениям по Олимпиадам, а по конкурентоспособности выпускников есть. Мы каждый год входим в этот рейтинг. Исследование школ проводится агентством с 2015 года. Оно базируется на эксклюзивных данных о приемных кампаниях ведущих вузов страны 2018 и 2019 годов. Для расчета рейтинга была обработана информация о поступлении порядка 190 тысяч выпускников более чем 18 тысяч российских школ. Поскольку наши дети в основном поступают в Казанский федеральный университет, то, естественно, и у нас очень даже хорошие показатели. Но кроме и Казанского Приволжского федерального университета, наши ребята по всей России поступают лучшие вузы. Влияние на итоговый балл школ также оказал уровень вузов, в которые поступали выпускники, и основания для зачисления абитуриента. На бюджетной основе по общему конкурсу, на платной основе или без вступительных испытаний по результатам Олимпиад. Эльвира Зорина, Камиль Гемоздинов, Универньюз. Thank you.